На праздники они самые юные, но при этом уже любят спорт. Детей приучают заниматься физкультурой в саду, но при этом педагоги уверены, что пример должны подавать взрослые. Спорт здоровья – это как бы вот наш стимул жизни. Ну, дети должны быть здоровы. С самого детства сначала начинается все это с семьи, потом детский сад, школа и так далее. Спортивный праздник в начале лета стал традицией. Вместе с детьми в эстафете участвуют родители. Все разбились на команды, а победят самые быстрые, ловкие и смелые. Главное, в чем уверена детвора, сегодня будет весело. Потому что мы сегодня будем бегать. Спортивные состязания, подготовленные для детей постарше, задействованы все спортивные объекты комплекса. Лето. Дети ушли на отдых от школы, у кого ЕГЭ, у кого продолжается, но основная масса детей будет отдыхать. И вот мы хотим дать им направление спортивное в отдыхе, и наши спортивные сооружения будут готовы принять детей в дальнейшем. В летнее время спортивные площадки «Зари» работают каждый день. Они пользуются большой популярностью у спортсменов и любителей. Все чаще здесь стали собираться и дети.